Соревнования организаторы посвятили Дню спорта. Как известно, праздник ежегодно собирает большое количество поклонников здорового образа жизни. Как видите, обстановка и настроение у спортсменов отличное, поскольку триатлон полюбился нашему городу и развивается стремительно. В этом году была создана федерация триатлона Тюменской области, что способствует скорейшему развитию непосредственно триатлона в области. В этом году дистанцию Ironman, полужелезную дистанцию в Астане, прошли у нас 15 атлетов, что говорит об интересе горожан к триатлону. На участие в чемпионате откликнулись трудовые коллективы крупных компаний, промышленных предприятий, частных организаций, госструктур. 42 команды, в каждой двое мужчин и одна женщина, которые выступили в двух возрастных категориях. Такая активность – хороший показатель. Ваш коллектив становится более энергичным, не болеет, соответственно, не берет больничные. И вся эта энергия аккумулируется в итоговый результат. Поэтому люди просто становятся такими, в кавычках, конями, которые могут все делать, не болеть и работать. До утра. Мужчины выступили в отдельной категории. Триатлон включал в себя плавание, гонку на велосипедах и бег. В итоге были определены призеры во всех категориях и общем зачете. В целом позитивный настрой участников отразился на всеобщем настроении, отчего и поражение казалось не таким горьким, и победа слаще. Благодарю свою команду «Центр Групп». Ура! Алга! Алга, Казахстан! Ирина Гуть, Алексей Уразов, программа «Факт».